Представляем вашему вниманию технологию трехмерного производства стеновых панелей от компании Dahir Inshaat. Во всем мире широко используется принцип панельного домостроения. Но такая технология имеет ряд минусов, среди которых высокий вес, низкая прочность, плохая теплоизоляция плит, а также высокая стоимость строительства. Компания Dahir Inshaat разработала новое решение в сфере домостроения – технологию производства стеновых панелей повышенной пустотности. Суть технологии заключается в уникальном способе отливки плит, который позволяет уменьшить вес изделия, а также значительно повысить ее прочность и теплоизоляционные свойства. Давайте подробно рассмотрим процесс производства. Сначала в формовочный контейнер погружается специальная форма, препятствующая смешению разных растворов. Затем с помощью лопастного миксера в соответствующие пустоты адресно заливается бесцементная смесь, близкая по объемной массе к цементу. С помощью такого же миксера в соответствующие пустоты заливается основная цементная смесь, а затем специальная смесь с повышенным содержанием цемента, формирующая внешнезащитный и декоративный слои. На следующем этапе форма извлекается, и формовочный контейнер отправляется на просушку. Благодаря одинаковой плотности смесей они не смешиваются и после извлечения формы. А после просушки бесцементная пульпа легко смывается водой, обнажая готовые плиты. На финальном этапе от панели отрезаются дефекты отливки, а также формируются ступеньки и пазы для упрощенного монтажа при строительстве. Использованная вода и пульпа попадают в подземные резервуары, откуда снова поступают в работу, что позволяет значительно снизить производственные затраты. Технология позволяет использовать различные бетонные смеси и отливать плиты абсолютно любой формы, в том числе и революционные плиты повышенной пустотности. За счет легкого композитного каркаса и несущей колонны внутри такая плита обладает повышенной прочностью и долговечностью. А использование в качестве утеплителя практически бесплатной соломы и солнечных батарей позволяют достичь совершенно нового уровня энергоэффективности и цены строительства. Плиты, отлитые по такой технологии, отличаются не только прочностью, небольшим весом и отличной теплоизоляцией, но и низкой стоимостью производства, что позволяет строить безопасное и комфортное жилье по цене не более $200 за квадратный метр. Узнайте больше о технологии производства панелей повышенной пустотности на сайте dahirinshaat.com.